По прогнозам Всемирной организации здравоохранения, к 2020 году травматизм в результате дорожных аварий может стать третьей основной причиной гибели людей. Каждый год дорожные происшествия уносят более миллиона жизней. ДТП являются первой по значимости причиной смерти молодых людей в возрасте от 10 до 24 лет. В Беларуси количество дорожных происшествий, по данным статистики, ежегодно уменьшается. Однако в 2016 в Гомельской области дорога уже забрала жизни более 70 человек. Более 400 жителей региона получили различного рода травмы и увечья. 20 ноября ГАИ проведет акцию «Миллионы огней за миллионы жизней». В знак солидарности предлагается всем водителям почтить память погибших в результате аварии включенным ближним светом фар. А в 12:00, соблюдая ПДД, остановиться на минуту и включить аварийные огни, тем самым вспомнить тех, кто стал жертвой дорожных происшествий.